Здравствуйте. Да, здрасте, здрасте. Меня хорошо слышно вам сейчас? Да, нормально слышно. А вы кто? По какому вопросу? Давайте. Меня зовут Григорий Федорович Банк Тинькофф. По вопросу обслуживания счета я оставил Галину Владимировну. Где номер телефона? Как вас зовут? Тема нам как вас зовут? Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич. И фамилия у вас, наверное, даже есть, да? Григорьев. Григорьев. Простая фамилия. Игорь Юрьевич. Григорьев. Давно на работу-то на эту пришли, Игорь Юрьевич? Ну, не имеет отношения к данному вопросу, но так отвечу вам, что давно достаточно. То есть. Давно достаточно. Хорошо, отвечу. Опытный фиксатор информации, да? Да, давайте так, подскажите, кем вам приходится Галина Владимировна? Просто он сказал, что близкий телефона. Близкий недавно, родственник мой. Сильно недавно общались. Близкий мой родственник, да. Хорошо. То есть, а кем именно приходится, может быть, подскажете, просто близкий родственник, ну, родственник, или просто не хотите именно говорить, что кем она именно приходится? Да, без проблем, что стесняться. Сестра? А я ее брат. Сестра ваша. Да, замечательно. Как вам можно корректно обращаться? Как вам можно корректно обращаться? К ним можно только корректно обращаться. Зовут меня Дмитрий Евгеньевич. Ну, из-за этого спрашиваю. Замечательно. Дмитрий Евгеньевич, как вы понимаете, по этому номеру мы хотели услышать вашу сестру. Сколько, может быть, она рядом с вами? Сколько у вас человек? Ну, я в лице банк и я. Ага. Столько нас человек. Это вы не номер. Усложняйте, так и говорите в следующий раз. Я хотел бы услышать, я хочу поговорить. А что мы, мыкать, зачем? Вы сейчас один, скажите, сидите у себя в квартире или где-то там у себя дома, может быть, еще где-то. Ну, поэтому я хочу услышать. Да, она рядом. Можете передать ей трубку? Могу, но она не хочет с вами разговаривать. А зачем? Ясно. Тогда подскажите, просто, да, у нее... То есть передать не можете, да, сейчас? Хорошо, тогда... Кого? Да не, не, вы можете расслабиться. Не-не-не, телефон на громкой связи. Я не напрягался даже. Что? Не напрягался. Да и не надо, зачем, да, не надо. Просто я хочу сказать, чтобы вы не напрягались, в том смысле, я, ну, фигура речи, напрягаться, в смысле, не составляет ли вам труда, там, знаете, как говорят. Нет, не составляет. Вы говорите просто, потому что громкая связь включена. Громкая связь включена, все слышит. Я так привык. Ладно, просто я с вами общаюсь. Давайте так, запишите номер банка, передайте, чтобы она связалась самостоятельно с банком, если готова вопрос. Повелительные интонации повелительные интонации излишни. Давайте так, записывайте номер банка. Нет, запишите. Нет мотивации. Мотивации нет. Делать что-то. Хорошо, не хотите записывать. Ладно, передайте тогда ей, раз она, в принципе, должна слышать, чтобы она связалась с банком. Да, она слышит, да. Говорите прямо. Прям имя, отчество, к ней обращайтесь. Уважаемая такая-то, такая-то. В связи с тем, что вы там бла-бла-бла. Да, пожалуйста, свяжитесь, пожалуйста, с банком. Давайте, 3-4. Ну, я уже сказал это, в принципе. Я уже это сказал. Она, я, в принципе, не буду. Она не услышала. Давайте закончим. Но а вы зафиксируете информацию, да? Благодарю вы мне ничего никакой информации вам не предоставлял. Фиксируйте то, что вам положено фиксировать в вашем отделе фиксатора. Ну, замечательно. То есть, что вот зафиксируете? Что все, зафиксируете? Тогда давайте закончим. Что? Благодарим за информацию. Я с вами прощаюсь. А что зафиксируете вам? Что зафиксируете? Ну, что вы информацию ей передадите, то есть, в принципе, вот и все. Нет, я не передам эту информацию. Всего доброго. Я ничего не буду передавать, у вас ошибочно. Ну, тогда я зафиксирую. Хорошо, тогда я так и зафиксирую. Какая хорошая работа. Я так зафиксирую. Нет. Этот давно работающий фиксатор. Фиксатор. Нравится? Да, здесь просто я вам могу одно сказать. То есть здесь есть некий документ, который не позволяет в дальнейшем, то есть, с третьими лицами общаться. Вот и все просто. Да, я понимаю. Все, давайте на этом закончим. Спасибо, что уделили время. Законодательство просто знать надо. Вот. Надо, да. Всего доброго. Что, да, Игорь Григорьевич. Всего доброго. Дело не в законодательстве. Это просто любопытно. Чего это вообще? Ну, действительно. Или, может, инвалид? Тогда я извинюсь. Может, вы не можете ничего, кроме того, чтобы просто языком шевелить? Я извинюсь тут же. Скажу, да. Но хотя и инвалиды могут идти, там, пылесосы, утюги продавать, тоже говоря, в телефон. Хороший продажник дорогого стоит. Знаете, вот мне сейчас в отдел продаж нужно 2 человека. Обязательно условия высшее образование. Приходят прям
прям много людей приходит. И столько же много уходит. Хороший продажник, зарабатывающий хорошие деньги, на вес золота. Вот так. А говорунов много. У нас по скрипту, допустим, люди не работают. У нас надо головой думать. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да. Меня зовут Катлова Анна Александровна, главный специалист отдела клиентского взыскания Альфа-банка. Как вас зовут? Артем Катлованова? Артем Владимирович, это вы? Да, это я. Вас-то как зовут? Катлованова, я правильно услышал? Катлова Анна Александровна, меня зовут. Задолженность перед Альфа-банком 395 тысяч. Подождите, вы так это торопитесь, как голый в баню. Козлова Анна Александровна, я правильно услышал? Говорите, пожалуйста, хорошо, вы правильно все услышали, поэтому давайте вы дослушаете. Все, бутылку лезете. Спросите, хочу я вообще это слышать или нет от Козловой Анны Николаевны. Никто никогда и не спросит. Поэтому 445 тысяч... А, просто такая работа, да? Надо, не надо, буду говорить то, что мне написали. Ну, вы остановитесь? Ну что, тяжело говорить. Да какая разница, все равно бессмысленно это все озвучиваешь. Ну, собственно говоря, не воспринимая вообще ту информацию, которую ты пытаешься донести. Поэтому просто читай, тупо не осознавая. Козлова Анна Николаевна. Давай. 3-4. Поехали. В течение суток требования банка, долги вы должны оплатить. Поэтому слушаю внимательно. Оплата поступит, да или нет? Нет. На каком основании вы долги не оплачиваете? Не буду обсуждать с Козловой Анной Николаевной это. Спорим на 150 миллиардов тугриков. Поэтому слушаю внимательно. Вы серьезно слушаю, 3-4, поехали. Хорошо, усугубляйте свою проблему. Вы усугубляете в первую очередь свою проблему. Артем Владимирович, взрослый человек. На данный момент настройтесь, пожалуйста, более серьезнее на разговоры. Хорошо, и перестаньте самоутверждаться здесь. Это бесполезно. Поймите вы это уже в конце концов. Уведите и оплатите свою задолженность. Это похоже на какую-то нижайшую просьбу. Прям кошмар, действительно кошмар, неожиданный, да, еще хочешь сказать. Изо дня в день, кошмар – это твоя жизнь. Кошмар – это твоя жизнь, благодаря тебе самой, потому что ты выбрала этот кошмар собственноручно. Действительно все хорошо сейчас, нет? Замечательно. Вот на твоем фоне просто все шикардосно. Вот невероятно. Вот если взять твою жизнь и мою, это просто, ну понимаешь, рай и ад. Где в раю это я, а в аду это ты. Не темы. А вернитесь к вопросу о вашем долге. Соответственно, введите еще раз. Давай еще раз. Задиктуй, что там надо задиктовать. И скажи в конце по скриптум. Кошмар! Корпус Б. Адрес регистрации актуальный? Актуальный. Другое дело, что ты с этим делать будешь? Сколько раз ты повторяешь эти фразы за свой ужасный, кошмарный рабочий день? Повторяю, квартира кому принадлежит по данному адресу? Мне и моему попугаю. Что-то все-таки непонятно, да? Вы действительно думаете, что это смешно, что на данный момент ваш юмор... Я уверен, что это очень смешно. Где и... вы свою особо были, все, стоп, останавливайтесь. Такие, как вы, на самом деле, эту проблему делают... не проблему, а эту ситуацию делают еще веселее. Я остановился, сорян, говори, Козлова Анна Николаевна. Кстати, теперь я понял, как она зовут своего попугая. Не догадываешься? Так, сегодняшний день, звонки вам сейчас, как поступали, так и будут поступать в рамках так и назову своего попугая. Ваши контакты. Правда, он у меня мальчик. Останавливаемся, еще раз говорю. А не девочка, а так бы его назвал прям Козлова. Назову его козел. В принципе, по теме разговора я просто-напросто с вами попрощаюсь. Ладно ты, не делай этого ужасного поступка, не совершай. Как же я после этого буду жить? Со мной Козлова Анна Николаевна попрощается. Непонятно, да? Очень жаль, значит, на данный момент сейчас... К этому и идем, чтобы вам все больше и больше было жаль сами еще себя. Раз будут поступать следующие звонки в рамках 230-го федерального закона, точно так же вам поступит следующий звонок. И на контакт... Я считаю, что вот этот 230-й федеральный закон нужно пополнить какими-нибудь выдержками, которые регламентируют жестокое обращение с животными. То есть туда дополнить. А нет, точнее, скорее всего, как-то нужно дополнить... Поэтому, к сожалению, вот это все... Да, вынуждена она. Слушай, не взыскала? Работящая ты наша. День добрый. Да, день добрый. Слушаю вас. Николай, мое имя, говорить удобно?
Николай, удобно. Замечательно. Я бы хотел с вами пообщаться на тему инвестиций. Что знаете о данном направлении? Интересно. А я не хочу с вами общаться на эту тему. Что еще раз? Ну, вы бы хотели, а я вот не хочу. Почему? Вам не интересна сфера инвестиций? Я уже просто с вами общался на эту тему. Ну, я бы хотел вам не просто с вами пообщаться, так сказать. Я бы хотел вам предложить сотрудничество с нашей компанией. Да. Мы предоставляем аналитические услуги. Мы именно об этом с вами пытались общаться. Я вам задал несколько вопросов. И вы так всплыли, скажем, мягко. И потом, после еще пары тестовых вопросов, я понял, что ваша платформа – это мошенническая схема, и все. И вы меня послали, просто сказали, пошел ты нахуй, ну, и выключились. И я это все передал людям, они выложили это все на канале, на YouTube-канале Кузнецова Дмитрия, и там, по-моему, в первые сутки, сейчас, по-моему, больше 200 тысяч просмотров на этом ролике. А вы сейчас опять хотите пообщаться? Ну, ради бога. Вы подготовились получше, да? Я не понял. Вы меня, наверное, с кем-то путаете? Нет, я с вами ранее не связывался. Нет, Николай. Я с вами... Нет. Просто, это, конечно, вы, на это, вы звонили в тот раз совершенно другой номер. Сейчас, вот, естественно, по номеру, естественно, вы меня не узнаете. Это не тот номер, на который вы звонили. Тот вы, конечно, с базы убрали, потому что там, ну, буквально вы накосорезили, не вывезли и в итоге не выдержали и начали эмоции демонстрировать, я не знаю. И потом меня прям реально нахуй послали, прикиньте. Но... Да? Хотите повторим? Ну, то есть я вам продемонстрирую все то же самое, вы вспомните в результате, да, я буду вам задавать вопросы, в результате вы перестанете все дело вывозить и тоже... Ну, на грубости переходить не нужно. А я не пытаюсь переходить, это вы сделаете, вы не выдержите, вы начнете лезть в бутылку, у вас интонационные характеристики вашего голоса заметно прям поменяются, и, ну, что вы мне рассказываете? Начнем с того, что вы представитель доблестной нашей незалежной Украины, верно? Оттуда вы звоните. С какого-нибудь там... Вы с нашей, скажем так, братской Украины звоните. Это первое, да? Вот у меня сейчас... Я звоню с Москвы. Конечно, с Москвы. Откуда конкретно с Москвы вы звоните? Улица Пресненская, набережная. Какой этаж? Дом 10, этаж... Этаж... Забыли, да, как каждый день на работу ездите? 52-й, да? Или 53-й? Дело в том, что этот адрес легко представляется как юридический адрес, и на этом адресе находится как минимум 150 организаций. Что, забыли этаж, действительно? На каком этаже вы работаете, да? Ребят, это пирамида. Чтобы вы понимали, это пирамида, где вам предложат вложить свои деньги. Они вам будут просто лишь предлагать сигналы, где войти в сделку, где выйти, ну, на бирже, да. Все это не нужно. Совершенно незачем вам прибегать к помощи таких псевдоспециалистов. Там специалистов нет никаких. Деньги вы даже, если что-то заработаете, никогда в жизни оттуда не выйдете. Вот нет от слова абсолютно. Ну, может быть, дадут какие-то копейки, но уж точно не сверх того, что вы туда завели. Настоящие брокеры никогда таким образом не навязываются. Запомните это раз и навсегда. Я, кстати, на том же канале, на своем «Просто мысли» делал обзор, краткий обзор по инвестициям, по вашей просьбе. Я в долгу инвестирую, то есть на промежуток более 15 лет, ну, как бы собираю себе на безбедную старость. И дети мои это делают, и очень много сотрудников моей организации взяли с меня пример, подражают мне в этом смысле, и жена, и так далее. Ну ладно. Вот. Все вот эти вот звонки с предложениями заработать невероятные деньги ничего общего с правдой не имеют. Это попытка... Ну, они, конечно, заработают, вы ничего не заработаете, вы потеряете. В лучшем случае по нолям останетесь, если они оценивать ваши нервы. А они, кстати, дороже денег стоят. Ну, так вот, если вам предлагают что-нибудь сильно выше ставки Центробанка, ну, допустим, выше 10-15% с гарантией заработка в год, вот если это речь идет о бирже, с гарантией, если гарантию вам
собственно говоря, рисуют какую-то, то смело ставьте галочку над этим вот пунктом и никогда больше не возвращайтесь к нему. Это раз. Любой бизнес связан с риском. В бизнесе можно заработать и 100, и 200% годовых, а можно и потерять все. Это я говорю о бизнесе со знанием дела. А с точки зрения инвестиционных каких-то фрагментов, если вам предлагают вот такие вот прожекты, то это очередной МММ. Да. Вот и все. На этом, я думаю, хватит. Я желаю, друзья, вам благоразумия, счастья, здоровья, финансового, самое главное, здоровья вам и вашим близким. С вами был Кузнецов Дмитрий. Скоро увидимся. До новых встреч.